Ребята, перед тем, как начнется очень жесткое видео, хотелось бы вам посоветовать гильдию Голдград. Это активная гильдия, которая не терпит мудаков, которые не проходят битву гильдии. Потому если вы ищете гильдию, у вас как минимум 100 тысяч силы, то берете, отправляете туда заявочку и вступаете. Еще очень много свободных мест, ребятушки. Вход в гильдию только через WhatsApp. Номерочек указан. Вот, и берете, вступаете, все будет хорошо, списываетесь, договариваетесь и как бы играете с удовольствием в хорошем коллективе, где есть и опытные, и молодые игроки. Так что давайте, гильдия Голдград. Вот у меня к вам вопрос. Я в прошлом видео про яйцо вас попросил, как нормальных людей, ребята, посоветуйте, кого лучше прокачать. Вот просто кого лучше прокачать, вот кого будет полезнее прокачать. А то я, понимаете, вот не знаю, кого лучше и полезнее прокачать, да? Вот просто я думаю, ну мои подписчики мне плохого не посоветуют. Я сказал, вот вы там давайте свои советы, советы, которые вам понравятся, просто берите и лайкайте. И где будет больше всего лайков, того героя я возьму и прокачаю. Будь проклят тот день, когда я это сказал, друзья. У меня же не донатный аккаунт, а бездонатный. Ресурсы на счету, вы понимаете? Ладно, давай, если вы не понимаете, вот посмотрите прошлый выпуск про яйцо, если вдруг кто не понимает, о чем речь. Ладно, вот смотрите, захожу на это видео. И это издевательство. Подписчики просто берут и издеваются надо мной. Ой, жесть. Ладно, смотрим. Вот я на своем аккаунте, на своем канале. Заходим сюда. Смотрим, тыква смогла, чистая сила. Это прошлый выпуск про яйцо. Заходим сюда. И какое же мое было удивление, когда я обнаружил, что больше всего лайков набрал вариант со сноузилы. То есть 15 лайков Атлантикор Гаргул. Тоже пролайкали Атлантикор и Гаргула на яйцо, да? Вот. Ну, как бы это ладно. Я такой думаю, ахаха. Пацаны поугарали, короче. Потом смотрю, 59 лайков, прокачай сноузилу по рофлу. Я думаю, ну ладно, там же, ну, типа, там же по-любому какой-то нормальный вариант будет. Типа, смотрю, оккультист Фобус, но только 43 лайка. Вот, дуэлянт, Анубис, 12 лайков. Асуру качать для прохождения БГ, 13 лайков, хотя Асура тоже. О, Го Фобуса прокачаешь, 56 лайков. А сноузила 59. Просто и как бы классно, что прикольно. Сноузила реально поможет. А все, а больше нигде нету лайков. Есть Фобос, да? И есть Фобос 56 лайков. И есть сноузила 59 лайков. Спасибо. Спасибо вам, пацаны большущие. Реально, просто благодарочка вам. Потому сегодня мы будем прокачивать, ребят, именно, елки-палки, сноузилу, потому что вы это пролайкали. Я больше вас вообще просить лайкать не буду, потому что это жесть. Так, во-первых, что я обнаружил? Обнаружил ту вещь, что у меня, оказывается, две асуры. Я должен был слить, а не слил. Вот, спасибо человеку, который оставлял комментарий. Я напоминаю, это выпуск про яйцо, друзья. Про яйцо. И это бездонатный аккаунт, который я развиваю с нуля. И показываю, как, наверное, надо прокачиваться. Хотя, ну, с чистой силой прокачиваться не нужно. Вот. Ну, короче, это просто... Я в шоке от вас, ребят. Спасибо вам. Я даже вас лайки просить не буду ставить. Ну вас нафиг. Попрошу лайков поставить, нафигачить и дизлайков. Я ж нормально... Кого вы посоветуете? Кого лучше на данном аккаунте взять и прокачать? Ребята, типа, кого лучше? Ну, типа... Просто по-доброму, по-братски, вот, сноузилу прокачай. Просто, ну, а чё, ну, а почему бы и не да, как говорится, да, ребята? Так, где тут Асура у меня? Вот она. Избавляемся от Асуры. Да! Ладно, что у нас со сноузилой? Окей. Сноузила, серьезно. Серьезно. Восьмой... герой со второй эволюции у меня будет сноузила. Ну, замечательно.
я не знаю, давай ему сразу порочный пакт поставим. Ну а чё? Вы же попросили. Он же, знаешь, же снова сделал. Он чем славится в 2020 году? Что это самый лучший на свете демагер, понимаете? Вот. Я вот даже на него последний порочный пакт потрачу. Ну а что? Мне ж ничего не жалко. Вы ж проголосовали, вы 58 лайков набрали под этим комментарием. Спасибо вам, пацаны. Просто великодушно. Огромнейшее вам спасибо. Да, что там, кулаки на Сноузилу, на бездонатном аккаунте. А что там, давайте 9 и 10, ёпта. Было бы еще по 10 и 10 прокачал. Ну а что? Что у него только третье умение? Давай ему вон по максимуму сейчас, смотри. Вот так вот, бац, десяточка, да? Ну а что? Ну а мы можем, да? А потому что мы можем. Мы же это, топ-донатный аккаунт у нас. Добавить, давай. Да, сейчас мы тебе добавим. Из золотых книг на тебя потратим. А чё бы нет, а вообще? Ну, а чё? Ну, спасибо, спасибо пацанам. Вот, просветик тебе прокачаем. А чё, не гоже с 20-м просветом ходить на УЗИЛе? Прокачаем 100-й, ёпта. Золото нафармили, продолжаем качать. А нет, золото не нафармили. Не нафармили мы золото. Ну, подожди, вот сейчас еще раз сюда схожу. Сейчас нафармим. Тут остатки, ёпта. Ну, а что? Ну, чё, классно, пацаны. Думаю, замечательно вообще. Спасибо, спасибо, реально. Просто огонь. Так. Вот теперь 5 миллионов. Вот теперь хорошо. Усовершенствовать. Так, руны. Ну а что? Ну и просветик. А что другим героям-то просвет качать не надо? Вот у меня зато теперь будет Сноузила. Реально. Попроси подписчиков дать совет. Просто отлично. Давай. Повторок. Повторок нету. Используем КГшки. Это же Сноузила. На него же, понимаете? На него ничего не жалко. Понимаете? Это же Сноузила. Ну, елки-палки. Продолжаем качать великолепнейшего героя. Ну а чё? Ну а надо качать, понимаете? Просветик, давай. По полной программе, друзья. Все ресурсы в Сноузилу. Нафармил золото, переносим. Так, отлично. Все у нас, смотри, уже 180 уровень. Сейчас вторую эволюцию ему сделаем. У меня нет слов, друзья. Просто у меня нету слов. Руны, так, просветить. Давай, сейчас просветим по полной программе. Замечательно. Ну, не останавливаемся. Дальше иду фармить золото, ёпта. Просто пипец. Ёпта, а чё я, кстати, мучаюсь? Смотрите, тут у нас халява за один самоцвет, надо забрать. Халява, набор четвёртая, набор апреля 4. Ой, а что у нас вообще по акциям-то происходит интересного? За 3000. Так. Окей, понятно. Пакет накопления, окей, набор 1 апреля, окей. Так. Дальше, что у нас тут? Забираем халяву. Да и я сижу там, что-то фармлю полчаса. Это мне потом вырезать надо. Это золото по крупицам. По крупицам, понимаете? Собираю, мучаюсь. Вот. Чтобы для вас снять невероятную прокачку Сноузилы. А тут же только вот сейчас вспомнил, что елки-то палки, можно же взять и с халявным золотом это все прокачать. Так, эволюционируем. Вторая эволюция, друзья. Сноузила, наш чемпион. Окей, первый уровень. Давай его гоним. Книг не жалко, это же Сноузила, ёпта. Давай. Давай, не останавливаемся. Ну а что? Ну а что? Опа. Так, снова золото закончилось. Но это, ребята, не проблема. Мана. Золото. Сейчас у нас просто все супер быстро пойдет. Так, усовершенствовать, да. Дальше улучшить навык, добавить опыта, давай. Вот так вот. Вот так вот, руны просветить, да, без проблем, ёпта, вообще. Так, чё, просвет надо, просвет докачиваем. Золото взяли. Все замечательно, давай, не останавливаемся. Снова у нас мана закончилась. Ну, сейчас мы просвет ему на максимум долбанем. Вот, а теперь пишите в комментариях, где мне его использовать. Ну, а чё? Ну, вы же тут проголосовали, чтобы я его прокачал, ребят. Ну, а что? Ну, вот теперь пишите. Прокачиваем снеговика. Просто издевательство, друзья.
Просто издевательство. По-другому это никак не назвать. Просто вы издеваетесь над человеком, который каждый день вам записывает видосы, несмотря в дождь, в снег, в солнце, неважно. Вот пилит для вас видосы. Давай ему эмблему поставим, не знаю. Это у нас, да, проклятый доспех восьмой мы поставим. Так, дальше. Что у нас? Судьба. Ну, а чё? А, ну еще давай. Ну, супер питомца-то по любасу надо поставить. А, какого-нибудь, не знаю. Поставим вот этого. Дальше. Снаряжение, судьба. Судьбу-то надо прокачать. Куда уж снеговику без судьбы, ребята? Ну, а чё, тратим на него кулачки. Мы ж на бездонатном аккаунте. У нас же ресурсов просто до бесконечности. Реально, до бесконечности. Ну, да потом мне точно будут в комментариях писать, да тебе GG присылает ресурсы. Вот, у бездонатного аккаунта столько ресурсов не может быть. Вот, тебе просто GG присылает. Ну да, вот, чтобы я снеговиков прокачивал. Вот, такие, о, ты там снеговика, мы слышали, будешь прокачивать. Ну, давай мы тебе там 200 тысяч самоцветов пришлем. Ну а что? Ну это же снеговик. Вот, его надо прокачать, да? Ой, судьба закончилась. Видите, печаль какая. Но ничего, ничего. А теперь мы ему прорывчик прокачаем. Ну да, да, а что? Так, зимний шарф. А, подожди, судьба. А, давай судьбу ему прокачаем. Улучшить. Улучшаем все по полной программе, друзья. Улучшаем. Закончилось. Ничего, книжки золотые потратим. Ради снеговика-то не жалко, ребят. Ради снеговика не жалко. Так, аргументировать. Повторок снеговика нету. Кулачки тратим. Все пучком, ребят. Так, созвездие. У нас 364 самоцвета. Ну, давай, карточки, конечно же. У меня 3 штуки остаются. Ну, обязательно потратим, да. Ну, чтобы нормально у него жизнь, точность была. Вот, самоцветы все потратим, да. Ну, чтобы пятерочки были. Мы, как вы видите, правда, пятерочек нету, но, ну, как, ну, чем богаты, тем и рады, вот. А, надо ему, ну, давай, священный суд, я думаю, он заслужил. Так, а, ну, куда уж снеговик, ребят, снеговик да без прорыва. Ну, вы смеетесь, что ли? Вы смеетесь, мы его что, зря на 20 уровень прокачивали? Давай, автонастройка. А, книжки там. Все вот это вот, фигня, сейчас мы ему... Прорыв, ребята, долбанем. Сейчас все будет хорошо. Вон, уже второй уровень прорыва. Десяточку, как и основным героем, сделаем. Ну, а что? Ну, а что, ребята? Ну, вы там пишите в комментариях, лайкайте, кого прокачивать. Я с удовольствием это сделаю, ребята. Ни перед чем не останавливайтесь. Нормально. Спасибо вам, ребята. Реально, от души благодарен. Вот. Я бы сам не додумался до такого выбора. Вот, я думаю, что снеговик определенно мне поможет. Сейчас пойдем на арене. Я на арене стану чемпионом. Вот, просто топ-1 арены, яйцо. И меня такие будут мировые журналисты спрашивать. Там, знаете, интервью Гордону, Дудю дам. Вот, Соловьеву еще тоже интервью дам. Он, конечно, недостоин. Вот, но тем не менее, ну а что эти, убогих обижать-то не надо, вот, а то Соловьев обидится, мало ли что там еще, продаст там что-нибудь у себя в Италии, вот, бедняга, я ему тоже интервью дам, и они, конечно, все там великие интервьюеры мира будут задавать вопрос, вот, как ты добился такого успеха, как ты в битве замков занял первое место на арене, а я ему скажу, все очень просто, мне просто мои братулечки, вот, братутушечки, мои родные, милые, любимые подписчики взяли, посоветовали прокачать снеговика. Ну а чё? Ну, нормально так. Окей, 10-й прорыв. Ну прям красавчик. Я качнул бы на 30-й прорыв, но я, ребят, жду транша от разработчиков. Да, они мне должны прислать 300 миллионов камней прорыва на яйцо. Вот. Потом они еще обещали прислать 200 миллионов камней апогея, вот. 700 тысяч золотых книг, вот.
и 3 хулиарда самоцветов. Ну, потому что в комментариях-то многим виднее, да, то, что мне разработчики сюда присылают ресурсы, потому что, ну, тут же сразу видно, блядь, топ-донатный аккаунт, ёпта. Вот, потому все люди в комментариях, конечно же, безусловно, правы, вот, во всех своих, скажем так, сообщениях. Где-то я судьбу благодаря снеговику могу прокачать. О, самому снеговику могу прокачать. Удивительно. Все, а дальше судьбы нет. Ну что, ставим этого безгранично крутого героя на таблетку и смотрим, как он просто, как консервные банки, будет ломать и унижать топов. Вот. Просто, просто будет ломать и унижать топ. А хотя знаете что? А вот знаете что? А вот фиг ли вам, снеговика я буду тестить в отдельном видео, потому что вы его выбрали. Это супер крутой герой, он достоин большего и лучшего, я считаю. Вот, потому хотите, мне плевать, можете ставить дизлайки. Вот, можете заказывать свои продажные сюжеты на Россия 2 и на Первом канале. Вот, пускай все расскажут о том, что вот я вам не показал величайший тест снеговика с Ноузилы. Вот, но мне плевать. Мне плевать. Даже хоть на прямой линии Путина спросите, почему князь так паршиво поступает, мне абсолютно все равно. Вы понимаете? Вот. Я протещу его в следующем видосе. И то, если вы здесь наберете 1000 лайков. Так что, адьос! Пока!